Еще несколько секунд вашего внимания. Подключиться можно только прямо по айпишнику, в поиске вы пока что сервак не найдете. Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Ну поехали, самый разбор тебе, да, хочешь? Казино, азартные игры, тюрьма. А, подкрути десяточку. Сделай 10. А, значит, казино твое все-таки. Лицом к стене. Раз. Два. Казино, азартные игры, тюрьма. Затем он сбегает из тюрьмы, и у него начинается РП-процесс, поскольку он находится в розыске. Ему надо всяческими способами скрываться от полиции, чтобы не сесть в тюрьму. И самое неподходящее место, которое он выбрал, это спавн. Причем еще ладно, если бы он просто там отстоял весь свой розыск и потом пошел играть дальше. Нет, он сначала вышел, поискал ментов в РП-зоне и зашел обратно. Здравствуйте. А вы ж только что в тюрьме должны были быть. Как вы вообще оказались здесь? К стене выходим лицом, становимся вот сюда. А я не хочу. Не хотите, да? После этого пытаемся его арестовать за неподчинение, но сервер этого сделать не позволяет, и поэтому подаем жалобу за ФРРП, а также Гринзон Абуз. Позже на жалобе выяснится то, что ФРРП у него нету. Расскажи ситуацию. Я арестовал его за то, что он казино владеет, по законам города его нельзя иметь и ставить, это тюрьма. Он каким-то образом... вышел из тюрьмы досрочно, не выкупился, и он находится в розыске. Я его встретил возле выхода со спавна и попросил его выйти, встать лицом к стене. Пригрозил ему оружием, он не вышел. На спавне? Не на самом спавне, прям рядом с выходом. Вот, рядом, где ГЗ кончается. Но если он стоял в гринзоне, там на НРП не работает, мог спокойно не подчиняться тебе. Выходил... на, может быть, секунду, полсекунды посмотреть, где я нахожу в РП-зону. И зашел обратно, я это все видел. Я потому его попросил выйти еще раз в РП-зону. Ну тут, по сути, если бы ты ему сказал, типа, лицом к стене, когда он был не в гринзоне, потом резко забежал в нее, то тут да, будет. Подожди, но я видел, что он выходил на улицу посмотреть, где я нахожусь, и только он меня увидел, он убежал сразу в ГЗ, чтобы я к нему не прицепился. Это ГЗ Абуз и ФРРП. Он избегает РП-ситуации посредством того, что прячется в нон-РП-зоне. Сейчас кого-нибудь старшего позову. Почему для такого простого решения требуется старший администратор? Гринзон Абуз, мне кажется, будет, и РП не будет, потому что ты ему... типа, он уже забежал, и ты после ему сказал уже лицом к стене. А выйти с оружием, ты ему сказал, то это уже нельзя. Ну хорошо. И если ты еще... если ты еще стоял возле спавна, ждал, пока он выйдет, то это будет у тебя на НРП. Все. Я не ждал, пока он выйдет. Я находился на крыше постройки другой казино. Все хорошо. Ну вот, Гринзон Абуз подтвердился. Давай тэпай его. Сказал старший админ, у тебя будет Гринзон Абуз. Гринзон Абуз. Смотри, если бы я бегал, то есть от полицейского, и зашел в Гринзону, то есть... а я стоял все время в гринзоне. А пока я был в гринзоне, я что хочу могу делать, в принципе. Я могу хоть пооскорблять его постоять. Максимум он около моего казика стоял, и он был повернут в сторону общаги, я не обратил на него внимания, мне похуй было. Потом он подбежал, спросил, типа, вся хуйня, почему ты не в тюрьме? И, типа, я ответил, ну, вот так вот. А в то время, типа, были пропы в тюрьме, и челик вышел, пропы удалились, а двери все открыты были, я выбежал. Но получается, ты выходил из гринзоны посмотреть, есть ли там полицейские. Значит, ты был в РП-зоне. И чтобы к тебе не прицепились, ты снова забежал в гринзону. Ну, не был же в этот момент полицейских. То есть, вообще-то я был неподалеку, я видел, как ты это сделал. Иначе бы я не жаловался. Ты был повернут в сторону общаги. Я находился на постройке казино вот этой вот высотки небольшой на Зеленой Поляне. Я там находился на крыше, видел, как ты выбежал.
Посмотрел и забежал обратно. Но даже если так, смотри, приказов от тебя никаких не поступало, я от тебя не убегал. То есть, там, допустим, ты мне что-то приказал, я начал убегать и загринзонабузил, то есть забежал в гринзону, такого не было. Я просто выбежал из тюрьмы и побежал сразу в гринзону, чтобы отсидеть там срок, там, розыск. Но, тем не менее, ты сбежал из тюрьмы, и это РП процесс. Когда ты находишься в бегах. Ну, я спрятался. Я в зоне спрятался. В гринзоне ты спрятался. Это не РП-зона, чтобы прятаться. Прятаться можно в гетто где-нибудь, у кого-нибудь на квартире, не знаю, в подземке, в пустыне. Где угодно можно, но не в гринзоне, понимаешь? В гринзону ты ушел технически, чтобы избежать РП-процесса, который я хотел организовать, когда попросил тебя выйти и встать лицом к стене, на что ты сказал нет. Вот так вот, такие пироги. Ну окей, если хочешь, бань. В принципе, я спаривать не буду, твое решение. Давай, 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 бань. Не захотел выходить? Не надо. Посидишь в бане тогда. Я закрываю. Да, закрываю, спасибо. Лицом к стене становимся. Вы не дома во время комендантского часа находитесь. Wildberries. Один выход в смерть. Официальный пункт. Здравствуйте, а можно мне мои 99 посылок со всякой ненужной хуйной из ТикТока и Алиэкспресса выдать, пожалуйста? Быстрее можно, пожалуйста, отвечать на мои вопросы, блядь? Я вам единичку поставлю. Какого хуя ты так откровенно одет на этом пункте выдачи? Я тебе ставлю единичку за это. У меня больше коробок, блядь. Куда делись мои заказы? Куда делись заказы мои? Куда ты их подевал? Это... У меня еще таких коробок 100. Где мои 100 коробок с хуйной ненужной никому, которые кроме меня никто не заказал? Тебе что, работать здесь надоело? Или у тебя еще другие есть вакансии открытые? Что ты можешь туда устроиться по-быстрому, да? Да мне пухуй на этого мутанта, посылочка. Хоть апокалипсис будет, если я не получу свои коробки с хуйной ненужной, с этого Wildberries'а, блядь. Я отсюда никуда не сдвинусь, даже от ядерной волны. Меня не сдвинет ничего. Отдавай мои коробки с хуй, которые я заказывал. У меня корзина на 140 тысяч рублей. Армагеддон пусть падает, мне пухуй. Коробки мои только не трожьте и отдайте. Я 140 тысяч корзину собрал на ВБ. Я собирал 300 лет эту хуйню всю ненужную. Всякие поилки, бутылочки, всякие насадки, щеточки. Здравствуйте, мой ID... Получается 1487-228-322. Я заказывал, получается, еще 3 недели назад две маечки L-ка, XL-ка. А нет, третья маечка также XXL 58 размера. Я заказывал также, получается, 3 тряпочки для машины, комплект для ухода за автомобилем. Я заказывал также еще комплект искусственных денег. Я заказывал еще также щеточки для уборки в автомобиле. Я еще заказывал, получается, в запакованном таком закрытом черном пакете игрушечки разные. Вот, есть такие, получается, бусы. Вот, еще взгляните на вот этот QR-код. Вот, на этом QR-коде обозначена как раз-таки ссылка на эту, вот, на этот товар, да? Вот, показать QR-код. Так, вот, я нажимаю. Посмотрите, пожалуйста, отсканируйте, поищите. В черном пакете запаковано. Я вот жду, пока вы принесете. А вы почему-то стоите, я вот не понимаю вообще почему. Но ну ладно, давайте перейдем к тому, что я заказывал. Подождите, куда вы ушли? Я не сказал вообще, что я еще заказывал. Помимо маечек двух и третьей маечки XXL размера 58-го, помимо щеточек для уборки автомобиля, помимо полироли для машины автохимии, трех тряпочек для уборки в машине, я также заказывал губку-аппликатор для чернения резины, необычной такой формы, немного изогнутой. Вот, посмотрите, пожалуйста, также на этот QR-код со ссылкой на этот товар. Я бы хотел, чтобы вы нашли, получается, вот эти вот посылочки. Да, вот, взгляните, пожалуйста, и найдите. Вот я заказывал вот эти вот
вещи. Вот, и получается, а куда вы уходите? Я еще не назвал то, что я заказывал. Это процентов 10 от моей посылки. То есть я, получается, помимо вот этих вещей, я также заказывал комплект искусственных денег. Ну, эти банкноты банка приколов. Я заказывал 10 тысяч 5-тысячных купюр, а именно несколько таких упаковок, а конкретнее упаковок 50 у меня там было. То есть 50 умножить на 10 тысяч, это получается 500 тысяч. Вот. Сканируйте и посмотрите, где они находятся. Колпачок такой, который позволит нормально нагревать еду. Вот. И далее, я заказывал также впитывающие пеленки 60 на 40 сантиметров, 30 штук. Я заказывал носки из натурального хлопка. Это называется носки, набор 12 пар я носков заказывал. Быструю зарядку для айфона я заказывал. Набор футболок. Быструю зарядку Type-C я заказывал. Тапочки Crocs я заказывал. AirPods Pro. Реплику под настоящие AirPods я заказывал. Вот взгляните на вот этот вот комплект заказа. Я показывал вам QR-код. Пожалуйста, отсканируйте. И сходите, посмотрите вообще, есть ли мои товары. У меня просто в приложении сказано то, что они пришли. Я до сих пор не вижу ни одного своего товара здесь на столе. Я не могу ни один получить, ни примерить, ни посмотреть. Я заказывал также... Женщина, подойдите, пожалуйста. Я заказывал также 3 пакета четверговой соли. Куда вы уходите? Я заказывал 3 пакета четверговой соли. 2 бантика на заколках я заказывал. 10 пар ручек. Я заказывал диффузоры для дома ароматические. Домашний текстиль Василиса. Я заказывал туфельки. Я заказывал термозащиту, флакон для волос. Я заказывал также белые тапочки Кроксы и сыворотку против акне. Систему для уборки. Ведерко, в котором ты очень быстро и эффективно выжимаешь свою швабру. Вот, посмотрите, пожалуйста. QR-код вот этот вот. Да, это ссылочка как раз на товар в виде швабры вот этой. И там также еще в этом же QR-коде заказ входит... Костромская черная соль, пожалуйста, посмотрите. Блин, быстрее, можно, долб***, я жрать хочу. Пошел нахуй отсюда, сука, как ты себя здесь ведешь, блядь? Здравствуйте, у вас нарушено правило фрикил, а также нон-РП. О чем ты? У нон-РП нет. 1,50 армидрп. Там меньше 3 человек было. О, бля, не армия, РП, а оружие в общественном месте, короче. Ну, выставляешь крем деятельность на показ, но РП. Телепорт. Настоящее, сразу видно. Ты что ты мне пиздишь? Мы можем по-другому договориться. Он не туда встал, это лицензия трактора. Мы можем по-другому договориться. Всего-то ровно, блин. Можем по-другому договориться. Тебе, сука. В этот момент себе маньяк зарабатывает нон-РП, нон-РП-ган и армия-РП. Нон-РП-ган в том, что он использует оружие, которое ему запрещено по правилам профессии. Ну и пока что в завершение армия-РП, потому что он делает это все в общественном месте. Немного потом он также заработает себе фрикил и нон-РП, потому что вмешается в задержание человека, которое ему абсолютно неинтересно должно быть по РП. Маньяк. НРПГАН. Так, я хотел предложить троут в таком случае на миллион. Или на лям и два. Какой ужас. О, беги. Замечательно. За что получается, босс? Стоишь у двери, говорю, отход. Ну пойми, у нас просто дружба вечная. 1,5. Пожалуйста, блядь, застой, блядь, аукцион, сука, закроется, если я ливну. Давай водку, пожалуйста. Пожалуйста. Аук закроется. Я не могу, мне модерка это нужна. 1,5 плюс 1,36. Плюс 1,1. Х2. Че там, одного нарушения не хватило, да? До рецидива. Да, ну, мне как бы не принципиально сейчас было. Я вот что нашел, зато и забанил. Мне дальше там что-то выдумывать, что-то там пытаться ему стакнуть. Нахер оно надо. Лупим клок и летим за ребятами смотреть. Че они делают? Таким же. Жабу, жабу преврати, жабу. Жабу преврати. Нахера он это делает? Жабу преврати. Ту жабу! Делай его титаном, титаном его, делай титаном. Чё-то не работает. Титаном давай. Титаном давай. Umbrella, правило.
Правило Umbrella: убивать зомби, монстра, подопытных, добровольцев просто так нельзя. При нарушении 1-1. Я и спекать за ним не могу, да ё-моё. Но сделали бы, чтоб можно было спекать за ним. Ты за амп просто так убил третьих человек. Я не играл за Umbrella. Монстра и подопытных. Не играл за Umbrella. Да. Флокля убил. И его убил потом этот Айх. Ну, так что ты предлагаешь? Ты свою жалобу разбираешь или что? Ты админ? У меня вопрос. Ты полагал, почему один вообще? Логи, не доказательство. Подопытного. Подавай жалобу, я не собираюсь с тобой один на один что-то выяснять. Ты сам пришел, кстати. Один, один на два, память стой после тут. Бан. А, ушел? Хорошо, пока ушел, я ему сделаю форму. А, еще он говорит то, что у него он не был там, да? Хорошо, плюс обман. 0.15, 3 часа. Ой, это... 3 часа, 0.15. Выдай форму. Выдай форму. Бан вести ИЕМ нижнее, подчеркивание 0. Сейчас 0. Допишу 452 её. 452 421 352 3. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я не понимаю, ты сейчас свою жалобу пытаешься стоять, сам свою жалобу разобрать. Я это нарушение АДМ. Выдавай. Какую свою жалобу? Ну, ты свою жалобу разбираешь. Я не вижу тут администратора, который разбирает нашу жалобу. Я не вижу тут человека, который... Спёк. Какое нарушение? Имею спёк право. Ты нарушил дважды НРП и обманывал меня. 1.12 АДМ. Что? Ну, я не помню, чтобы я тебя обманывал. Я не помню, чтобы... А я помню. А я помню. Выдавай. Нет, я не буду себя выдавать наказание за то, что я ок взял. Окей. Ты можешь подавать на меня дамку. Отлетаешь. Я в спёке увидел нарушение его, попросил тепнуться. Хорошо, жалобу на админа напиши на форум. Сказал, то, что, что не нарушил, админские нарушения, ты признаешь их? Кого? Админский? Не админский, 1.1x2 плюс 0.15. Нет, нет. Он ушел и сказал, не что признаешь. Не делаешь. Хорошо, этого. У тебя есть демка на это? Все есть. Я справлюсь сам. Все есть. Я справлюсь сам. Ясно, хорошо. Тогда, если ты не согласен с его вердиктом, ты все равно обязан забаниться, но потом ты идешь на форум и уже пишешь на него. А то, что у него есть нарушение АДМ, а ты это все тоже пишешь на форум. Поздно. Я дал время. Я тут разбирать не буду, это все делается через форум. Да без проблем. Он отказался выдавать наказание и в итоге просто ушел, так? Сейчас. Сейчас. Прикол. Прикол. Будет. У тебя выходит рецидив. А как так? Все отлично. Первое прикрытие прошло успешно. Так, чтобы без форм всяких, без жалоб, которые время занимают, сделаем просто вот такое сообщение и все. Ожидаем ответа. Ну, я думаю, примут, если что, рассмотрят. Это, конечно, не жалоба, но что поделать. Вот так вот, ребята, на овнерке поиграл. Поиграл челик в бога, который себе не хочет выдавать, и ты ему типа ничего не сделаешь. И наигрался. Я все еще поражаюсь тому, насколько они самоуверенные. То, что вот перед ними админ. И я не буду делать то, что он говорит, просто потому что... А что ты мне типа сделаешь? Ты админ, ты меня не забанишь. Ну хорошо. Я на самом деле понимаю, на что они надеются, когда отказываются себе выдавать наказание какое-то. Они надеются на то, что, ну, в основном кто-нибудь на это просто забьет. Вот, там, то, что не что хочешь выдавать себе наказание, ужас. Ладно. Не хочешь себе какой выдавать ужас, там наказание что? За то, что ты обманул человека. Ладно, окей. Чуть-чуть потрепещут по этому поводу... Повозмущаются и благополучно забьют. И на это он как бы надеется, да. Ну, я забивать на это не собираюсь. Здравствуйте, молодой человек. Не хотите получить ММДМ? Нет. Ну, а может быть пельмени там, ну, что-нибудь вкусненького? Нет, отвали. Молочный зуб. Че, это работает, что ли? Так, что я там еще заказывал? А заказал-то я, в общем-то, немало. Добрый день. А вы уже выдали, да, заказы, получили все? Там, что у меня в посылке? Тетрадки школьные 12, наматрасник непромокаемый, магний B6, натурального состава адыгейская соль,
адыгейская соль ненатурального состава, презервативы ультратонкие, ультракороткие, ультраобычные, ультратолстые, 10-миллиметровые толщина, ультраобыкновенные, тонкие. Все эти упаковки по 3 штуки. Бомбочки для ванны 18+ формы, мега пупырчатые, мега ароматизированные. Вот, взгляните на вот этот QR-код, это вторая поставка моя получается. Так, ну что, вы посмотрели? Да, это еще, конечно, не все, но да ладно. Так, получается, комплект нижнего белья слоник, комплект костюм эротический пожарный, женский, мужской и для пенсионеров, меды для потенции, мед против потенции, атлас за 7 класс с учетом новых границ, вакуумные наушники, вакуумные отушники, атомная бомба, ядерная бомба, водородная бомба, хламидиозная бомба, герпесная бомба, сифилисная бомба, спрей для волос, спрей от волос, соль краснодарская, соль ростовская, соль химическая, соль не химическая, носки женские, носки человеческие, трусы, шорты семейные, трусы, шорты холостяцкие, быстрая зарядка для айфона в сборе, медленная зарядка для айфона в сборе, комплект бесшовных трусов, комплект швов, затем беспроводные Bluetooth наушники, затем Bluetooth наушники проводные, гель для бровей, гель от бровей, соленая карамель, сладкая карамель, анальная карамель, затем ночник звездное небо, ночник обычное небо, ночник мирное небо, трусы боксеры, трусы борцы, так, трусы с надписью подарок внутри, трусы с надписью подарок снаружи, трусы с надписью сзади подарок внутри, трусы с надписью сзади подарок еще не внутри, соль с пряными травами, соль с провод ванскими травами, соль с долгими отходниками, комплект из 3 штук трусов Лакоста, лапша быстрого приготовления со вкусом острой говядины 24 штуки, лапша медленного приготовления Ролтон 42 штуки по 60 грамм. Короче, ребята, тут новые подробности. Меня забанили за 1.4 АДМ. Я бы сейчас с удовольствием посмотрел, что вообще значит это 1.4. АДМ 1.4. Ага, меня забанили на сколько? До 3 сентября. А у меня вопросик, за что меня забанили за 1.4? Жалоба в Дискорд. А жалоба в Дискорд от кого? От Дида. От кого-кого? Жалобы на админов. Find the human, ага. А, от Дида за 1.4 неверная выдача наказания. А что я там неправильно выдал? Руководство сказали выдавать. Подожди, а вот я выдал человеку наказание. А что я там неправильно выдал? Скобочки пунктами. Там написал, если не ошибаюсь, 1.5 там. Ну да, я написал пункты 1, нарушений 5. В скобках, ну, да, прекрасно. Перед этим были скобочки, спросил у руководства. Сказали выдавать предупреждение за АДМ 1.4. Предупреждение из-за того, что я причину бана в скобочках написал? Спросил у руководства. Если у вас вопросы имеются, то... Не, я понимаю, но я-то бан по факту выдал человеку за его нарушение. Меня забанили из-за скобочек? Я просто логики немного не улавливаю, понимаешь? Я просто логики не улавливаю немного. Я вообще бан правильно выдал человеку или нет? А, нет. Неправильно. Неправильно? А что неправильно там? Совсем. У тебя вышел бан на 1:05, должен был выйти. И должен был выйти на сколько? 55. 55? То есть ты выдал человеку бан по причине 1.5, 1.36, 1.5 плюс 1.36, 1.5 плюс 1.36, 1.5 плюс 1.50. У нас правило 1.5, 1.36, 1.50, конкретнее прикил на Нарпыган и Армия ТРП, каждый по 15 минут. 15 на 3, 45, но НРП у нас 10. 55. А, ну тогда да, проебался, тогда проебал. Я ж считать вообще не умею, кстати. Не, то что я там 10 минут откуда-то ему накинул, я походу посчитал вместе со вторым нон-РП. Да, если типа учитывать второе нон-РП, которое я сначала ему хотел выдать, там, ну, плюс 10 минут к этим 55, час выходит и 5 минут. И я это так посчитал, да ё-моё, хана я дебил. Ну тут да, я что-то проебчик небольшой допустил. Ну и получил заслуженно. Но если бы меня забанили, как он говорит, тупо из-за того, что у меня скобочки в причине бана, я бы вообще охуел. Типа кому как скобочки-то мешают-то, сука, вообще, я не пойму.
Блин, я уже, понимаете, примерял название для этого ролика. Забанили за скобочки. Ну да ладно. Тогда какое-нибудь другое название найдется. А вы что, реально подумали, что я только на ВБ схожу пару раз, забаню пару-тройку жиденьких идиотов и на этом ролик закончится? Нет. Сегодня у нас еще один театр вседозволенности донатной, которая купила себе наборные ранги и теперь думает, то, что им можно делать все, что угодно. Только ты и я. Уже не лезет. В итоге, бегая по городу, я натыкаюсь на чела, который в открытую светит своим оружием и не стесняется этого. Да, у него куплено разрешение на Армит РП. Армит РП, кто не знает или недавно на канале, это правило, которое запрещает вам открыто держать оружие и использовать его в людных местах. Но вся проблема в том, что купил он только это правило, а согласно дополнительным правилам этого сервака, ему запрещено самообороняться с оружием в людном месте. Еще ему нельзя светить нелегалом в людном месте, что также идет вразрез с правилами нон-РП. Лицензии на это оружие у него нету, и это, естественно, считается нелегалом, на что я вправе заявить в полицию. Вместо нормального полицейского мне почему-то выслали какого-то идиота, который вместо проверок на нелегалы лицензии на оружие начал с ним дурачиться, и когда при нем убили полицейского, он тоже ничего особо не сделал. Таким образом, тот, кто маячил оружие в людном месте, получает два нарушения нон-РП, а тот полицейский, который бездействовал, получает одно нарушение нон-РП. Нах ты оружие достал. Могу потому что. Проверьте лиц. Найди себе даму хорошенькую. Гуляй пойдем. Не-не-не. Гуляй пойдем. Я не люблю гулять. Погуляй пойдем. Я ему хорошенький. Пошли гуляй. Пошли гуляй. Нет. Давай, пошли гулять. Ну, пошли. Какое тут оружие? Пошли гулять. Пошли гулять. Вот, я хочу его гулять взять. На поводок давай. Дай. Я на поводок тебя пошли пошлю. Пошли гулять, мы хорошенькие. Стой, давай пошли гулять. Пошли. Пошли нет, гулять. Не пойдем. Пошли. Товарищи, пойдем. Полицмейстер. А я говорю, пошли. Проверьте лиц. А я говорю, не пойдем. У него. Своей лицензии? Это оскорбление! Я говорю этому. Кусай за... Хорошо, но не тебя. Давай, 300, переводи 300. Ты дядя Бобик. Ты дядя Бобик, тебя не трогаю. Что это у вас в руке, молодой человек? Вот это. Пистолет. Смотри, короче, быстро, правильно, живой арестовываешь. Опа, гнида. А я тебя нашел. Покажите, пожалуйста, лицензию на данное... Опа, пойдем-ка, отойдем-ка. Пойдем, пойдем. Да, смотри, я задание, ёпта, терпила, ёбаная. А, погоди, я... Не, не я. А. Так, давайте я предъявлю лицензию. Вам показать лицензию? Так. Пацаны, кому пиво? Кому пиво? Это вы только что убили человека, это был госслужащий. И вас убили гос. Куда? Он РДМит, ему похеру на это вообще, как госу. Это покупные администраторы, кстати. У него, да, действительно есть исключение Армит РП, но он байтит на себя так полицию, а тот не подчиняется, ну... А второй игнорит вообще вызовы на спокойный чё. Пошли отойдем. Саморазбор тебе хочешь? Госов. У меня один-один, у тебя зачем? Саморазбор. Я не провоцирую госов, я имею право ходить по улице с оружием. Тебя саморазбор, я тебе повторяю. Правильно, тебе... да. По законам города нет. И по законам города тоже могу ходить. Нет. Нет. Ты не показываешь лиц, убиваешь при госе другого это госа. Это один-один. Окей, у меня один-один, у тебя саморазбор. Я тебе выдаю саморазбор из себе 1-1, согласен? Нет. Да, да, да. Я могу разбирать. Разборка идет от 4-го да. левела. От 4-го левела. Я купил у холода. А есть где-то доказательства этого? Первый один. Один твой в том, что ты провоцируешь госов оружием. Я не провоцирую. Я его имею при себе и ношу из себя, чтобы захотеть. Предохраняться. Ну, касаемо предохраняться, это стоило делать твоим родителям, чтобы ты сюда не заходил, а ты просто-напросто провоцируешь полицию на какие-либо действия, чтобы потом легально РДМ. Справедливости ради стоит отметить то, что да, если его гос затазерил, он имеет право от него самообороняться. Но делать это разрешено по правилам только вне общественного места. На это он разрешение не покупал. Он купил разрешение на то, чтобы просто носить оружие, грубо говоря, в общественном месте, когда ему захочется. Но тем не менее, это не отменяет правила города, а именно закон.
законы, которые гласят о том, что если ты носишь в открытую оружие в людном месте, то у тебя может быть за это срок. А если ты это оружие носишь без лицензии на это оружие, так тем более. Но он считает, что если он купил исключение из правил, то законы города на него определенные тоже работать не будут. Что сказать, пусть считает дальше. Если они подойдут ко мне, это их проблема. Второе, что ты самообороняешься в людном месте при свидах. Ну да. Это идет не 1-1, это идет 1-50, а у меня исключение из правил есть 50. Хорошо. Это идет арметр по общественным местам. Не 1-1 идет. То, что ты сказал, второе. 1 января 17 года. Ну, это один, это всего лишь первое 1-1, все. У меня так было загрел, все. А еще скинь мне в ДС, я не знаю, в ДС, да, лучше всего. ТГ я не буду давать свой. А, скрин того, что ты покупал у холода. Или доказательство. Так я тебе на слово не поверю. Или у тебя есть исключение без правил, есть, я не знаю. Исключение без правил просто куплю. 1-1-4. Без исключения, я сейчас чекну просто в исключениях сам, и все. 1-1-17. 1-1-4 плюс 1 января 17 года. Сейчас второго позовем. Попытка ареста была, меня он затайзерил, тот полицейский, я его убил. Все понятно? Да. Да. Попытка 1, ареста. 1-4 плюс 1 января 17 года. Отсюда и 1-1-4. Ну, тэпайся, сколько ждать тебя? Я тебе повторяю, он меня пытался зарестить. Он меня затайзерил, потом знаю. Просто стоял. Да, я знаю. Так у меня исключение общественных мест, я могу в общественных местах стреляться. У тебя из-за этого 1 января 14 года. Я могу стрелять 1, в общественных местах, 1, спокойно. 4. Там написано, если это не в общественных местах. У меня общественное место, но у меня исключение, поэтому я могу 1, в местах 1. Достать ствол и при попытке меня зарезать, убить его спокойно. До правила дается 1-1 в основном. У меня здесь не будет 1-1-4. Значит, 1-1-2. Повторяю, у меня исключение идет, что я могу достать ствол вот так на улице. Это не ты решаешь, что будет. Так, тогда у тебя получается, если у тебя получается эта халатность. А, понятно. И ты еще до сих пор мне не доказал. Не дал доказательства, что здесь... Крим профессии имеет право на самооборону при попытке их ареста, если арест не происходит в общественных местах и не нарушает правила ПГ. Придешь доказательства, то я забаню себя, если нет, то я себя забаню, тебя тоже. Если это есть в исключениях, я сейчас зайду, сам посмотрю, окей. Если у тебя в личке... Ты не имеешь права на моей ЖЖБ банить меня. За... Саморазбор могу. Я забаню и тебя, и себя сразу же. Типа ты это в чате в любом случае увидишь. Поэтому что? Типа мне подтверждение того, что у тебя есть саморазбор. Не запрос доков. Это просто подтверждение того, что у тебя нету этого нарушения. ЕЕМ нижнее подчеркивание. Я тебе повторяю. 0 586 646 621 20 0 1 1 на 2. Ты со своей претензией по саморазбору можешь обратиться на форум. Самое верное решение. Я могу не обращаться на форум, я могу сейчас откинуть тебя за саморазбор и себя. Потому что ты просто сказал, я купил у холода. Что дальше? Как тебе это проверять тебя? Лайк. И что надо? У тебя НРП. Какой стороны? Тебя в исключениях нету, понимаешь? То есть тебе идет саморазбор. Тебе давали вызовы. Какие вызовы? Почему именно мне? Типа исключение какое-то? Ну-ка, погоди, я исключение какое-то? По тебе убили госа из оружия. То есть ты хочешь сказать, это только на меня все, да? Убили госа из оружия. Ты не проверил. А как я его затазерю? У его ФРП трех человек, что я сделаю? Вот ты скажи мне, вот ты разумный? Минуту вот, или две. Допустим. У ФРП трех человек. Хотя просто у меня ФРП от ним. Одного человека, что я делаю? Ты дурковал минуту или две, ходя просто за ним. Попробуй поставить челика, когда у него три ФРП. Попробуй, он тебя сразу сплещ снимет. Бан оверлорд лайтнинг 10 миль 1-1 by Peter Steele. Вот чего? АДМ 1-12 плюс АДМ 1-17. Нет, у его нету АДМ, а знаешь почему? АДМ 12 может есть, АДМ 17 он холды купил. По ситуации... Не написано. Что? Нет, он потом добавит. Им холода, все, прояснить я могу тебе показать в любом случае. Я покупал себе исключение, мне добавили через 20 минут их. 1.12 в любом случае есть, 1.17 нету. 1.12 в корыстных целях. И какие же я корыстные цели преследую? Окей, у него нету 1.1, потому что...
Он меня пытался тазерить, я от него улетал. И какие же я корыстные цели преследую? Выдавайте. 586 миллионов 46 тысяч 620. Смотри, да, Пасашка, Пасашка, привет. Подожди. Он не уйдет, он 8 левел, ему можно здесь находиться, даже не спрашивая других. Мы разбираемся. Других. Это главный админ, сейчас у него спрашиваю по 1.1.4. Он может присутствовать, потому что старший админ. Помнишь наизусть 1.1.4? Это покупная старшая администрация, и всего-то. Я жду на самооборону при попытке того. Ты не покупал. Смотри, я 1, бегал 1, с оружием 4. Просто, на меня пытаются... Давай. Покупал один, вот, наконец-таки началось. Я тебе повторяю, у тебя неверное наказание. Ты не прибивай. Я на смотри, я бегал с оружием просто, на меня вот вроде этот человек или другой. Говорить, когда захочу. Пытается меня затайзерить. Я... Ну вот, пытался меня арестовать. Я на своей я беру его и этот... Я дал форму. Ты перебиваешь меня, ты понимаешь, это... Я дал формы. Неадекватное поведение для админа. Вот, типа, я беру его, убиваю. Так что, типа, чё, в чем тут проблема? Если это даже общественное место, то я могу так сделать. Бана Уэрлорд Лайтнинг 10 миль 1, 1. Бана из Тиберстил. Нижнее, подчеркиваю, не даёшь себе наказание и просто пишешь жалобу на него. 46 тысяч 621 20 миль 1. Пасашка, вот ты в любом понимании, вот смотри. Понимание того, что... Он вызвал типа полиции, то, что вызов был, то, что я не выполняю свою работу. А в чем работа, если у человека ФРП трех человек? Что я делаю? Идите. Все лишние. Понятно, ПЖ. Полиция, я там же по-человечески. Он... Прошу, не мешать. Я же по его хотению. Я не выполняю свою работу. А в чем заключается моя работа? В защите я и так далее. Уже... Объяснил. Можешь я сделать? Тебе уже объяснил. При тебе чела убили, ты ничего не делаешь с этим. Мне ты бегаешь, дуркуешь вместе с ним. Типа, а, иди сюда, и ничего не делаешь по факту. Абсолютно ничего не объяснял. По основанию я не понимаю, в чем. Ну, смотри, вызов был. Я пытался что-то сделать, меня убили. Что я из этого тебе не нравится? Выдавайте ласт пред. На это. Формы. При наличии я не отказываюсь, я не отказывался. При наличии формы я просто общаюсь с старшим админом. И если что-то не нравится, уже проблемы твои. Не я просто с старшим админом разговариваю. ЖБ. Вам проще выдать и все. Если что, просто напишите. Это жалобу. Понятно. Но ты я хотел ЖБ поразговаривать и все. Я не отказывался. Какого-то черта. Формы не выдавайте. Я переписываю другую. Сейчас выдам. У тебя новые нарушения. У тебя новые нарушения. Ха, верим. Я тебе как человек, который... Один, один ведет на два. ЖБ, говорю, не выдавать. А такой и вопрос все. Он форма. Участвовал в той ситуации. Я тебе как человек, который ведет ЖБ, говорю, не выдавать. Форма недействительна теперь. Ага. Так, я сейчас один-один выдаю, как говоря. Я просто попросил выдать 10 и 20 минут. Мне как бы что, до завтра сидеть ждать? Нет. Но. Он взял себе десятку выдал. 86 миллионов 46 тысяч 621 20 миль АДМ 1, 12 ADM. Плюс АДМ 1, 4. 5 плюс 1, 1 на 2. Бахи, я просил! Выдай 10 минут изначально. Я простоял там около минуты 3-5. Никто не хотел АДМ, слушать. Пиши ЖБ. Я простоял очень долго с ними. Если они не выдают бан по я вашей жду, форме, пока придет не тот, выдают. Кто может выдать, то вы можете спокойно написать жалобу в Discord канал. Да, просто проблема не в этом, а в том, что я сначала попросил их всех потэпаться, объяснил, кто что сделал не так. Попросил выдать себе «Люблю суши» 2 НРП за указанные нарушения. И он отказался сначала. И вот то он сидит до этого момента без выданного наказания. Когда прошло минут, может быть, 5, достаточно долго, что я считаю. Со сменой голоса. Вот, он захотел себе выдать уже 1.1x2, что было бы неправильно, потому что он использует привилегию своих каких-то интересов. Типа, не выдавать наказание. Я-то его сам, понимаете, не могу забанить. Вот, я-то могу там вроде бы на часа 2 или на сколько банить, как админ. Вот, он этим пользовался. И также, понимаешь, и второй
второй. Я несколько раз написал не выдавать себе вот эти НРП сейчас, потому что форма уже недействительная. Я переписывал новую форму. Я переписывал форму с АДМом. Верный вариант был просто, понимаешь, подождать, пока я сделаю форму, пока ее выдадут, а самолично себе выдавать, когда тебе говорят, не надо этого делать, он решил выдать себе НРП. Я потому и жду, пока этот индивидуум выйдет с бана, чтобы ему объяснить, что он опять сделал не так. Ну, просто человек не умеет слушать, я пытался с ним хорошо поговорить. Я пытался по-хорошему со всеми, но никому это нахрен не нужно. А то, что я с изменением голоса, ну и что? Я не отказываюсь за один, одно просто форма неправильная, выдать так АДМ. Как ты не можешь. Я и знаю то, что я не могу выдать. Я знаю, ты же не могу выдать. Ты слышишь вообще, о чем я говорю? Ну, единственный его вариант, чтобы ты просто сейчас ушел отсюда и все. Пока не найдется человек, кто выдаст тебе АДМы, ты просто играешь, играешь, и раз тебе АДМы выдадут. Все за твои нарушения. Сейчас тебе выдавать. Сейчас тебе выдавать нон-РП. Зачем? Форма-то не действительная с нон-РП. У тебя-то новое нарушение уже. А что верим? Что смешного-то я сделал такого? Я нашел нарушение. Не будет у меня АДМ. Я просто нарушение у тебя нашел, я попросил тебя выдать их. Ты начал бычить на меня. Ты начал мне условия какие-то ставить, хотя это не твоя жалоба совершенно. Я тебе ничего плохого не сделал, а ты ведешь себя так. Условия. Да, ты мне прямо... Слушай, ты мне прямо условия поставил. Да я понимаю. Ты мне прямо просто условия поставил, то что вот я себя не буду банить, если ты мне не покажешь там какое-то разрешение на что-то. Вот. Но это не в твоих правах, когда ты обвиняемый игрок. Я понимаю, конечно, там тебе доступны некоторые бонусы из правил, которые ты купил, но это вот не значит то, что у тебя есть вседозволенность какая-либо в плане администрирования и игры в РП. Ты не говорил так, не ври. Касаемо того, что ты не выдашь себе наказание, если я не расскажу про разрешение свое, было такое. Я демку писал. Вы у меня все на демке сняты, я просто отошлю это куда нужно. Ну, ушли. Ну, а пока можешь просто идти отсюда уже, все. Не таче. Все, что надо нарушить, ты давай нарушил уже. Все, давай, уходи. Да-да-да-да, не плачь тако. Да мне-то что плакать, не я же сюда еще кучу людей позвал. Когда мне не выдадут АДМ? Блин, я очень сильно тогда заплачу. Получается, я увидел у человека оружие, которым он берет, намеренно светит в общественном месте, что идет вразрез с правилом не армии ТРП, на которое у него есть разрешение, а получается 1-1, кажется, то ли 7, то ли 4. Получается, да, 1-1-4 или что-то такое. Я там писал ему про 2 НРП. Пока он светит оружием, провоцирует всячески госов этим самым на свой обыск, возможно, еще на что-то. Приходит полицейский, то ли сват, или еще кто-то, и начинает просто дурачиться вместе с ним, ходить за ним, типа, в прикол с наручниками, ничего ему, собственно, не делая, не говоря касаемо там обыска, нелегала какого-то, да. Вот, он просто ходит с ним, дурачится, и в какой-то момент его тазрит какой-то сватов. Он берет при всех людях, убивает сватовца, что идет вразрез с правилом самообороны за крим профессии, если вы это делаете в общественном месте, то есть за это еще одно нон-РП. Итого у него я увидел 2 нон-РП правила нарушить. Я после этого попросил их обоих тэпнуться, и полицейского, и вот этого люблю суши. Объяснил им каждому, что они сделали не так. Попросил их выдать себе наказание. 10 минут у одного и 20 минут вот у него. А никто из них себе не выдал нормальное наказание на протяжении минут, может быть, 5. А чем заработали себе, сейчас скажу, какие нарушения. Люблю суши, нарушения я такие увидел. АДМ 1.12, 1.5 и нон-РП дважды. А у Верлорда Лайтнинга неделя, 3 дня и 10 минут за 1.1, АДМ 1.4, 1.5 и 1.12. Потому что мы просидели достаточно долго, я попросил уже ребят не выдавать эти формы, потому что они недействительные. Мое терпение лопнуло, я уже не готов ждать столько времени, чтобы себе человек дал 20 минут или 10, потому что мы столько времени тут просто проводим. И я хотел какое-то соответствующее наказание. И оно как бы нашлось, потому что люди обузят админку. Я попросил не выдавать себе наказание. Но в итоге Оверлорд себе выдал, несмотря на то, что я попросил его не выдавать недействительную форму. Ну а как еще называется то, когда ты используешь админку, зная то, что я тебя забанить не могу, когда я тебя прошу забанить изначально. Я тебя не тэпнуть не могу, не могу за тобой поспектейтить. Но для этого не используешь. Поздравляю, ты использовал это только что. Вопрос такой, для чего ты просто с деглом в общественном месте ходил? Вот, для чего?
Ни для чего. А как он объясняет, у него есть возможности. Нету запрета на ношение оружия. Это я понимаю, да. Но просто так доставать оружие в общественном месте... Самозащита от мусоров и магов. Нет, подожди, на тебя никто не нападал. Ты просто стоял, светил оружие. Тогда на тебя никто не нападал, и никто тебе никакой угрозы не представлял просто так. Ни каче не было, ничего такого. Ты начал просто... тыкать оружием. Я спрашиваю, зачем ты оружие достал? Ты говоришь, я могу так. Ты мне здесь в админзоне сказал то, что ты можешь так делать. Я говорю, нет, ты не можешь, потому что если у тебя армия ТРП отключен, это не значит то, что законы города на тебя тоже какие-либо не работают, типа оружие, ну и прочего всего. Но была же возможность 20 минут выдать себе и обойтись этим. А потому что он думал, что у меня нету саморазбора правила такого исключения, но... АДМ не выдавал, так как это будет его выдача. Не в АДМах дело. Я просил НРП тебя выдать. Он НРП 2 почему-то не выдавал. Я расскажу. Он мне ставил условие, то, что если ты мне не докажешь, что у тебя есть саморазбор, то я себе не выдам. Либо я себе выдам на НРП, а тебе выдам, говорит, сразу саморазбор. Я говорю, ты не имеешь права выдавать на моей же жалобе мне наказание, потому что это будет считаться помехой жалобе. Просто я с ним разбирался за второе 1-1. Ну, смотри, 1-1-1 за... Если тебе сказали прописать, почему ты это сразу не прописал? Ты тем самым, вот сколько... Вы, получается, разбираетесь тут. Ну, минут, может, 20 уже, наверное, 15, да. Ну вот, сид, наверное. И сейчас посмотрим, когда ты тэпнулся сюда. Проблема даже не в саморазборе глубоко. Ну вот я еще раз спрашиваю, слушай, ты, получается, не выдавал себе наказание только потому, что тебе нормально не объяснили, за что, верно? Я ему все доступно объяснил. Несколько раз причем. И несколько раз я попросил выдать наказание. Ну, человек не захотел. Так, я просто хотел разобраться с ним по-человечески, чтоб объяснить. Все понятно. Ничего по-человечески не было сделано. Если ты до сих пор здесь сидишь. А потом сразу выдать. По-человечески это не когда ты потом админу пишешь, типа, при всех, чтобы поглумиться. Даже не плачь, если меня не забанят за АДМ, у меня АДМов не будет. Так он ничего не объяснил. Я тебе объяснил несколько раз, где ты что и как нарушил. Не надо, пожалуйста, выдумывать. Смотри, слушай. И потом начал говорить, что АДМ. Слушай. И т.д. Смотрите, в дальнейших уже разборках смысла нету в данной ситуации. Тогда я могу ему халатность. Какую халатность? Мне это за что халатность? Объясни, пожалуйста. За необъяснение. Необъяснение? Я потратил кучу времени, чтобы тебе объяснить, что ты сделал не так. Если ты не понимаешь русского языка, когда тебе объясняют, что ты сделал не так по правилам, и когда тебя носом тыкают в правила, в пункт, который ты нарушил из доп. Правил, а ты в ответ единственное, что говоришь, что тебе можно нарушать армию ТРП, хотя тебе говорят про доп. Правила, которые ты не покупал. Это не мои проблемы, что ты не понимаешь это. Я тебе русским языком несколько раз сказал, что ты не так сделал. Да, непонятно, что скидывал. Я тебе скидывал как раз пункты, которые ты нарушил. Да тебе, ты понял, только потому, что ты увидел чела с админкой выше, чем твоя, блядь. Не надо мне, пожалуйста, вот эту хуйню гнать. Да. А сейчас ты сам сидишь и плачешь, то что вот, я тебе тоже АДМ выдам, ты мне ничего не объяснил. Хорошо, я тебе ничего не объяснил, да? Ответ, да? Я тебе не объяснял ничего, да? Просто так тебя тэпнул? Сказал тебе пункты нарушений. Вот мне сейчас вопросик, дай на этот вопрос ответ, конечно, пожалуйста. Я тебя попросил тэпнуться, дал тебе пункты. Ты мне объяснил второе НРП. Хорошо. Нормально. Ребят, пауза, пожалуйста. Я его за язык как бы не тянул. Я не просил его сейчас это говорить. Ребят, пауза, все, пока не пиши ничего. Но второе, то, что ты самообороняешься в людном месте при свидетелях. Первый же, 1-1 в том, то, что ты провоцируешь госов оружием. А, ребят, если я сейчас на демке нахожу, касаемо нарушений, объяснение с моей стороны, что он конкретно нарушил и где не так, 0.15 добавляется? Наверное. Хорошо, я кидаю скрин, где я текстом белым по черному пишу, в чем заключается первый НРП и второй. Давай. Да, логично не объяснил второе. Если у тебя башка не работает, это не значит то, что я нелогично тебе объясняю. Все. Ты сам сказал. Не, я не хотел особо заебать людей, души там кого-то. Ну, оно мне нужно. Но если человек сам тупой, берет просто на похер как-то, не знаю, что-то делает, вот как с этой выдачей наказания, у него выходит в итоге рецидив. Форма у него теперь следующая. Банности и ЕМ нижнее, подчеркивание 0. Слышь, ну тебя за язык как бы никто не тянул и не заставлял. Я тут. С
смотри, слушай, по скриншоту прям видно, как тебе пишут, то, что первое за провокацию, второе за то, что за самооборону в общественном месте. Там прям так и было написано. Ну, значит, 0.15 добавляется и получается рецидив. Если ты хочешь это оспорить и как-либо, ну, писать ему отдельное решение, либо получается, ну, ты... А сколько у него варнов? Перебью, извини. Сейчас скажу. 0.00. 0.1. Или по итогу жалобы за нарушение. Да нет, там за одно из нарушений, кажется, за 1.5 или за 1.12 выходит снятие или поварн. Ну, что получается, у него выходит, ну, АДМ 1.12, 1.5, 1.13, 1.12, 0.15. У него выходит, что получается... Варн. У тебя выходит 2 варна и 1 пред. Того у тебя в итоге 2.2 будет. Получается, у тебя на неделю 1.48. А не выдавай, да. подожди. И до снятия недалеко. До снятия действительно недалеко. Ты же видел, что он матерился. Да, я материться могу, да. Я купил и на это разрешение. Все, я купил и на мата, да, разрешение. Я купил на все разрешение. За админа. Я могу хоть тебе на лоб спустить. Да-да-да. Я могу хоть и на лоб тебе спустить. Прямо здесь в админзоне. Я на это разрешение тоже купил. Представляешь? Можно купить персональное разрешение, спустить... Люблю суши на лоб. И на неадекват тоже разрешение купил. Ну, сейчас я насчет этого еще раз холоду отписал. Я сейчас, ну, подождем ответа. Давай. Касаемо разрешения материться, школота украла карточку как раз, да, у твоей мамы нахуй делается. Я у тебя и мать нахуй украду, если понадобится опять что-то купить. Ха-ха. Да-да. Исключение 1.17.3 ты тоже покупал, как я понял, да? Насчет этого тоже уточнить, верно? Ну, ты тогда вообще чужие деньги считаешь, учитывая, что ты купил исключение правил уже двух здесь и купил себе донатную админку 5 уровня. Нахуй ты деньги чужие считаешь? Ты что, нищеброд после этого остался? Это не тот, на кого вы подали, я сам зарабатываю. Да, подожди мне, сам ты зарабатываешь. Неадекватно. Сам ты себе, да, зарабатываешь как раз таки вот эти все нарушения. Вот это ты сам себе заработал, блядь. Рот закрой. И что ты сделаешь? Забанишь меня, что ли? Хорошо. Смотрите, получится. Сейчас я жду ответа от холода, это будет достаточно долго, поэтому если холод мне ответит, я уже, получается, выдам ему еще дам 1.6. А, вот ответил. Ну че там? Ого. Первый пошел. Потом ого. Второй зайдет, тоже улетит на с этой привилегией. Не, ну я мешайте. Понял. Когда ты самому выдашь, мне уже не прописывать формат. Да, я сам все это сделаю, сам повыдаю, сам поснимаю. Там еще один чел остался, но он ливнул, получается. Ну я ему лифт не буду приписывать, я не слишком душный. Вот я из этого не буду ничего делать. А еще есть вчерашний чел, который на снятие нарушал правил. Он пока стоит за гражданского флокли. Ну а с этим я разберусь. Спасибо, что поприсутствовал, спасибо, что побыл свидетелем того, какой он хуй вытворял на админке. Давай самостоятельно, последние слова твои. Плохо было. Это все, что ты можешь сказать. Ну, хорошо. Всего доброго. Дура. Слушай, ты, пожалуйста, ну, попроси маму часы вернуть. Я их дома оставил на этой, на тумбочке прикроватной, когда еду в жопу. Жду. Часики, пожалуйста, верните. Соси мои яйца. Семейка воров ебаных и проституток. Давай, я часы жду, высылай, если что. Как вышлешь, я тебя тогда разбаню, давай, ББ. Готово. Ну, все, что он смог ответить, это в чатик написать «Соси мои яйца, ютуберы лохи». И все. Попущен, получается. А на 8 ты как попал? Я нассал. Ты можешь нормально мне на вопрос ответить или нет? Ну, так я нормально говорю, я нассал, купил. Купил. Купил наборный ранг, правильно? Мы уже тут совсем разобрались. Все нормально. На 60 часах. Да, все, мы уже совсем разобрались, нечего беспокоиться. А кто беспокоится? Мне поднимать надо. Все нормально, ну, смотри, уже смотри. Вон, Китман уточнил также. Он тут видит. Я недолюбливаю людей, которые на прямом количестве времени на высоких рангах. Твое право, недолюбливай. А вот этот вот челик, оверлорд еще. Не обращай внимания, он просто такой, с характером у него специфический. Сибатой. У меня у кого какой там характер, еще что-то. Так, и остался, получается, вот этот вот челик, но он еще не зашел, да? Ля, он, ну, он реально не зашел. Да, я могу попросить его выгрузить. Да нет, что на него время тратить? Он ничего особо такого не выдаст интересного. Set group 0.65. Кто-то из них мне птичка напела. Совсем, вот только-только вчера купил привилегию. Но кто-то из них около дня поиграл.
Все, готово. Ого. Я всегда прошу ребят только по-хорошему себе выдать 10 минут. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Санчо, Никита Юхимчук, Хорни Девил, Илья, Гольф Белл, Юрий, Бенни, Делар, Айтвальс, Кирилл, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан-Франциско, Никита Булка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Эспада, Латук и Копедит, а также остальным ребятам у вас на экранах.